Всем привет, у нас сейчас вечер. Иду сейчас разобраться с интернетом, потому что интернет работает очень-очень медленно. Поэтому пойду, наверное, доплачу. И я надеюсь, что я смогу сегодня выпустить видео, чтобы вы не остались без видео. Вот у нас вся погода, как говорится, шепчет. Сегодня я смотрю, значит, мне прислали, Дэнни ездил с ребятами в зоопарк московский, так все красиво. Вот. Все так замечательно. Вот. Ну, буду смотреть сейчас, когда приду домой. Платила интернет, взяла 20 гигабайт за 35 фунтов. Дэнни, тебе там привет передавали. Сказали, а где ваш сын? Я говорю, он в Москве. Говорит, передавайте ему привет. Он говорит, мне говорил, но я, говорит, забыл. Лужи, лужи, одни лужи. Слава богу, сейчас дождь не льет. Очень здорово все помило. Кстати, заработал опять вот этот лохит, я так понимаю. И это другой. Очень здорово, свежий воздух. Потому что обычно свежего воздуха нет. А после дождичка очень-очень здорово. Я там поставила уже пенальчики, всякие карандаши. Здесь всякие цвета. Тут разные цвета. Дальше у нас карандаши и ручки разные. Есть розовый и фиолетовый. А дальше у нас третье. То же самое. А здесь нет ничего, ничего страшного. Последнее у нас четвертое. Здесь всякие линейки, точилка и потом вот такой у нас четыре разные цвета. Ну пока, всем удачи, всем пока-пока! Хотела показать вам, сегодня соседка принесла рыбу и рис. Единственное, мы рыбу не едим, поэтому просто сейчас покажу. Марита, где у меня? Открывала, да, я не снимала тут уже. Так вот сделана рыба тут. Две рыбы такие большие. Но, к сожалению, рыбу не едим. Вот вот. Рис коричневый, который естся именно с рыбой. Готовится он. Чернота, вот эта коричневизна, достигается за счет лука. Вот, Сима. Да. Вот такие вот подарки. Это наша соседка. Это что такое? Ой. А это сейчас пришел Иед. Это Моны сын. Мона послала нам торт. Вкуснятина. У шерифа, кстати, был день рождения. Вот, поэтому вот это, наверное, торт от дня рождения. Ребята там играют. Жила, там дела у вас. Играете? Да? Вопрос, как Малик разговаривает на арабском языке, сейчас послушайте. Golden Freddy. Oh, that was so good.